На центральном стадионе имени Далена Амурзакова прошел традиционный международный турнир по легкой атлетике на призы чемпионки 22-х Олимпийских игр Татьяны Колпаковой. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. В результате проведенных состязаний из кыргызстанцев отличились следующие спортсмены. На 100-метровой дистанции бронзовую награду завоевал Дмитрий Загоскин. В беге на 200 метров третьим на финише был Эркинбек Шеров. На этой же дистанции в женском забеге серебряным призером стала Анна Буланова. На 400-метровке Кирилл Сарасов стал вторым, а в беге на 800 и 1500 метров золотые медали завоевал Мусулман Джаламанов. В беге на 1000 метров весь пьедестал завоевали кыргызстанские спортсмены. Это Адилет Кыштыкбеков, Илья Тяпкин и Жаадар Качканбаев. В беге на 1500 метров бронзовой награды удостоилась Гульшанай Сатарова. В беге на 5000 метров на верхнюю ступень пьедестала поднялась Дарья Маслова. В эстафете 4 по 400 метров наша команда в составе Нурсултана Сактанова, Максатбека Улубаястана, Михаила Салашенко и Кирилла Сарасова стала бронзовым призером. Также бронзу удостоилась и наша женская сборная в составе Каролины Саид-Касымовой, Нурганым Сарыбаевой, Анастасии Подкопаевой и Фиданы Ахматовой. В прыжках в длину отличилась Анна Буланова, а в толкании ядра серебряным призером стала Айдана Садыкова.